проводим совместные учения, причем на разных театрах, и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный стратегический характер наших отношений, отношений между... Проводим совместные учения, причем на разных театрах, и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный стратегический характер наших отношений, отношений между... По всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений в экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли. Ну и по линии военных ведомств мы работаем также активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия.